Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу VFLSet. Буду делать очередной вывод в USDT. Я выводила все время в Solana. Ну, что-то криптомонеты стали падать. Я решила лучше в USDT, наверное, будет. Значит, ну вот на балансе у меня две монеты. Это что значит? $2. Во вкладочке реферал, кто не знает, находится реферальная ссылочка. Вот она. Далее что еще? Вывод сразу поставлю. Еще не выводила ни разу. В USDT. Я вчера зашла, здесь вообще все по нулям. Вот тут все красненькие. Видимо, уже как бы в биткоинах, да, зелено на 100% пополнено. Лайткоин уже по нулям кошелек. 3x еще есть. Значит, в Solana уже тоже заканчиваются монеты. USDT тоже заканчиваются. Надо выводить. Потом админ пополнит. Так, USDT. Это TRC20. Вот этот адрес я копирую. Вот. Ставлю сюда галочку. Видим, да? На 35%. Имейте в виду. Лучше выводить всегда с утра пораньше. Так, подождите, адрес вставить. Адрес. Это у меня баланс в токенах. Потому что вот эти коинты, токены, они конвертируются в криптомонеты. Так, точечку я поставила. Адрес прописала. Разгадываем капчу. Видим вот этот перевертыш. Так. Ну что, вперед. Все, мои монеты улетели на OZPay. Это не просто ставить отзыв на Trustpilot этот. Так, переходим на OZPay. Видим VFLSet. $2. 7 сентября. Все шикарно платят инстантом. Ну, и кто не знает, на кране вот я в основном сижу. Здесь вчера по 100 монет давали вообще. На акция, наверное, у них было. Здесь все просто. Разгадываем антиботы капчу. Кто не знает. 3, 2, 7. Капча легкая, которая ищем перевертыш. Кликаем. Все, зачет. Ну и ПТС. Короткие ссылки я не смотрю. Вот эта рекламка я смотрю здесь. Смотрите, сколько. 77 реклам. Обалдеть. Было за 100. Вообще. Что-то так высыпало здесь. Обычно не сильно так много. Здесь все легко и просто. Вот. По 5 секунд кликаем. Нас перебрасывает на страничку. Со странички уходить нельзя. Вот этот таймер, он остановится. Вот. Также разгадываем капчу. Перевертыш. Вот он. Все, зачет. Вкладочку можно закрывать. Необычная рекламка. Тут тоже, если логинку какую найти. 5 секунд. Здесь можно возвратиться, как бы тоже идет таймер. Где у нас таймер? Нету. А, я ж не перешла. Вот он. Сейчас, ребятки, покажу. Сейчас разгадаю. Все это закрываем. Сейчас. Вот сюда.
И здесь тоже по 5 секунд кликаем. Здесь уже можно как бы вернуться. Видим, да, вот идет таймер. Обожаю этот бокс и на нем сижу уже до победы. Также раскатываем капчу. Тоже перевертыш, вот он. Все, зачет. На видео, естественно, я их и так-то не смотрела. А сейчас уже и тем более, так как у нас YouTube недоступен. А как бы VPN же нельзя трогать. А еще ежедневный бонус, ребятки, я забираю. Вот это моя шкала, сколько я здесь просматриваю. Вчера я отличилась. Видим, я в основном на кране сижу. Так, daily бонус. Где мой бонус? Вот он. Если я сегодня не соберу, как бы, да, вот видим здесь, то я пойду все сначала. Так, ежедневный бонус. Также я собираю. Также ищем перевертыш, вот он. Клейм. И вот сколько мне тут? 65, 66, 95. Мне зачет. Ну, вот и все. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, всем пока.